Здравствуйте, дорогие друзья! Начинает свою работу в эфире телекомпания «Нальчик». Вы смотрите программу о главном и не только. 4 июня у памятника Кайсына Ашываевича Кулиева состоялось мероприятие, посвященное памяти поэту. Смотрите наш репортаж. Июня, в день памяти народного поэта Кабардино-Балкарской республики Кайсына Кулиева, как всегда, было многолюдно. Сюда пришли представители парламента и правительства, поэты, писатели, почитатели таланта Кайсына, родственники, стар и млад. Мы сегодня в память о Кайсыне Ашываевиче собрались здесь. Нас много, со всей республики приезжают. Тут не только балкарцы, тут кабардинцы, балкарцы, русские. Тут представители общественности, районов. И хотелось бы сказать, величие Кайсына Ашываевича оцениваем мы. По прохождению уже 34 года прошло, как мы его потеряли. И его имя звучит громче и громче. О нем вспоминают чаще. Мы детям рассказываем о его героическом подвиге как поэта, как писателя, как человека, любящего свою родину. О нем мы говорим как о великом интернационалисте. Даже говорить о том, что Алим Кшимахович его вынес из боя раненого. И вот представьте себе, дружба, которая сложилась между Кишоковым. Это братская дружба. И Кайсыном Ашываевичем мы переняли ее. Мы рассказываем детям, какая большая любовь друг к другу. Двум народам была у этих столпов нашей литературы. И сегодня, я думаю, они играют немаловажную роль в нашей жизни. Кайсынышынын айтып турсаң да таусулмасча алла адамды. Сагатта цветоклалга барганма да памятникке салга. Андоа бир орусу катын, зачем столько берешь ты, энте? 20 штук. Я говорю, на памятник, сегодня день памяти Кайсына Кулиева дегенме да алай айтканма. Чыгып бара тургалар, 500 токту кысып букет этип. Это от нас, он заслуживает куда большего деп. Орусу катын малайтып туруп жиберген. Не айтырсаң, Кайсын великий адам, улуу адамды. Сөзү да, акылы да, адамлыгы да дүйнөгө айтылган жерге сыймаган дегенче алай адамды. Кайсын ол Кайсынды. Аны билбейм. Кимди алай сунабы? Мен алай сунабы? Эми тукум адамы да. Алай халк адамы да биринчисине. Халктын адамы да. Халкка жумуш эткен. Көп жерде айтуучума, кар адам эткен жумушун ийет сокунча ол халкына жумушка саналат. Кесиниги жүрүпсе, ар үкөгүсө жер ишинде макталса, ол ийе адам болот, халкына жараган адам болот. Кайсына дүйнөгө айтылган халкын алай адам. Сегодня такой день памяти Кайсына Ашываевича Кулиева. Кайсын Ашываевич Кулиев является олицетворением и всех людей, когда и его божественная поэзия на сегодняшний день до такой степени актуальна, что мы, читая Кайсына, мы заряжаемся какой-то энергией. И те слова «Мир и радость вам живущий», который Кайсын говорил, эти слова, они божественны, они актуальны, и они должны быть для всего человечества, для того, чтобы мы могли сохранить на этой планете мир и созидание. Читайте книги, да, любите поэзию, любите свой родной край, свой родной язык. Всем желаю счастья, здоровья и процветания в каждом доме, чтобы двери были открыты только на радость. 4 июня – день смерти нашего великого поэта, не только нашего, не только балкарского народа, всемирно известного Кайсына Кулиева. Конечно, этот день как бы скорбный, тяжелый для нас, для всех. И тем не менее, вот сегодня люди собрались, я больше чем уверена, вспоминают о нем,
только хорошими словами, не только в нашей республике, но и в других республиках и в мире. Хочу сказать добрые слова в адрес нашего великого поэта. Сказать хочу, что он вечно в наших сердцах. Его забыть невозможно. Читая каждые его строки, на какую бы тему он ни писал, без слез это прочитать невозможно. Как будто он столетиями вперед видел, как она жизнь будет и как нужно правильно жить. И я думаю, больше чем уверена, имея такого сына, как Кайсын Кулиев, народ будет вечно жить. Я горжусь, что я являюсь представителем этого народа балкарского, и я горжусь, что сегодня я могу прийти и отдать честь, уважение и ее супруге, и его родственникам, и непосредственно побывать на этом мероприятии. Сколько бы времени ни прошло, память о Кайсыне Кулиеве, она сохраняется, и люди вспоминают о нем действительно искренне, по зову сердца, а не потому, что установилась какая-то формальная традиция приходить два раза в году к памятнику и приезжать в музей. Это потому, что творчество Кайсына Кулиева, оно действительно затрагивает глубины человеческого сердца, оно делает нас лучше, оно в этот смутный век дает нам силы оставаться искренними и, надеюсь, добрыми. Спасибо всем тем, кто поддерживает эту память, кто искренне любит Кайсына и продолжает его читать. Сегодня у нас не очень светлый день, день смерти, день памяти Кайсына Кулиева. Тем не менее, даже для меня, даже такой день светлый, такой день солнечный, потому что Кайсын, он бессмертный, он будет жить в веках. Я это говорю совершенно убедительно. В Москве, когда мы были в Москве, праздновать столетие Кайсына ездили, целый самолет с Кабардино-Балкарии, там удивительные были, многие умерли, поэты, переводчики, но поэт, известный поэт Синельников и переводчик, он сказал удивительные слова, я не забываю это, он сказал: знаете, дорогие кабардино-балкарцы, после Кайсына я болею. И русская великая поэзия стала какой-то не такой светлой. И поэтому мне сегодня приятно об этом говорить, но тем не менее, вот сколько людей, они не по зову, никто их не приглашал. И самое главное, они душой пришли сюда, Кайсын. И им, всем нам, хорошо. Мы как бы с ним встретились. И это вечно. Вы знаете, я счастливый человек, потому что имею честь быть лично знакомым с Кайсыном Кулиевым. Познакомился еще в молодости, когда работал в комсомоле. Мы проводили какие-то значительные мероприятия, посвященные Олимпийским датам. И всегда было большим праздником увидеть там наших замечательных людей культуры, писатели, композиторы и так далее. И вдруг сказали мне, что в Москве, из Москвы вернулся Кайсын Чуваевич, надо бы его пригласить. Я никогда до этого не видел, и как это я пойду к Кайсыну Кулиеву, ну что вы. Ну, сказали, давай. Я связался с, тогда был председателем Союза писателей, да. Шагинцуков Адам Гурлевич. Я ему позвонил, говорит, так как он согласится. Ну что ты говоришь, ты не знаешь,
Кайсина Кулиева, поэтому задаешь такие вопросы. Приходи к 11, он будет здесь. Вот так я с ним встретился, и когда зашел, меня поразила потрясающая его открытость. А, комсомол, давай, подходи сюда. Посадил меня напротив, они сидели там за столом, посадил меня напротив, и сразу, как будто бы мы 100 лет с ним вместе всегда знакомы. Вот он был таким человеком, у которого душа всему миру была открыта. Он очень любил молодежь, он очень любил, уважал старших. И всегда вот в сердце у меня осталось вот этот теплый огонек, который тогда у меня зажегся, он до сих пор. Когда-то один мудрец, отвечая на философский вопрос, сказал: «Тайна спасения именуется памятью». Вот для меня лично тайна спасения – Кайсын и его стихи. У него на все вопросы жизни, которые стоят в жизни, есть ответы. Поэтому у меня постоянно на столе его сборник в белом переплете, потрепанный, я и в командировке с собой таскал. Просто человек вселенского масштаба, ну вот посмотрите, он все увидел. И войну, и спецпереселение, и радость, горе. Все вместил в себя, в свое сердце. Но остался человеком, который всегда призывал к добру. Это ли не гений? Он действительно такой. Поэтому мы сегодня, уважаемый Кайсын, ты всегда впереди. Ты всегда рядом с нами. Ты всегда подсказываешь, ты знамя и путеводная звезда, за которым мы идем вперед и не ошибемся никогда. Тем временем министр культуры Республики Мухаддин Кумахов открыл и вел данное мероприятие. Будь готов в дорогу. Мысль о бессмертии – это блажь. Я не о бессмертии, ей-богу, думаю, берясь за карандаш. Как умение строгать теснину, мысль стара и даже дураку, ясно, все мы превратимся в глину, чтоб не написали на веку. Я работал не бессмертия ради. Я писал, бывало, день деньской, на траву лугов, на небо глядя, удивляясь доброте людской. Все, что пел я по неволе. Погибал я у земли в плену, видя золото пшеницы в поле и подсолнечную желтизну. Пел я, видя море в отдалении и скалу, подернутую мглой, потому что сам я на мгновение становился морем и скалой. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как это уже завелось у нас в республике, мы собрались у памятника выдающегося деятеля, чтобы вспомнить его строки, сказать добрые слова, пообщаться, обсуждая его произведения. Потому что Кайсын Кулиев, его произведения – это что-то вечное, это то, что пройдет через века. И сегодня я хочу сказать каждому из вас спасибо, что подошли поддержать нас и вспомнить нашего Кайсына. Я хочу предоставить слово председателю Союза писателей Кабардино-Балкарской Республики Муталибу Бекбаеву. Уважаемые друзья, мы все его чтим, гордимся, восхищаемся им, учимся мужеству, стойкости у него. Радуемся тому, что один из величайших мыслителей поэтов Кавказа, России, Советского Союза, всего подлунного мира, родом из Кабардино-Балкарии. Он родился в прекрасном ауле Вертничеге, обессмертил свой родной балкарский язык. И думается, для всех нас он идеальный образец настоящего кавказца. На вопрос, каким должен быть горец, можно ответить без никакого преувеличения. Таким, как наш великий Кайсын Кулиев. Прорицатель прорицает, время молнии пронзает, веки и века латает, все встречает, все листает, малодушие отвергает, а трудов изнемогает. Прорицатель прорицает, время молнии пронзает, поминает, поднимает, света души возрождает, от грехов нас ограждает, за заслуги награждает. Прорицатель прорицает, время молнии пронзает, горе, беды упреждает, в прошлом завтра зарождает, наши заслуги обожает, в каждом счастье умножает. Прорицатель прорицает,
Вот таким он был, величайший наш Кайсын Кулиев. Я хочу предоставить слово доктору наук, профессору Адаму Гутову. Дорогие друзья, дорогие современники, каждый из живущих в долгу перед ушедшими и в долгу перед теми, которые должны прийти после нас. И вот на фоне вот таких размышлений и рассуждая о нашем сегодняшнем положении, когда множество людей выбиты с толку, сбиты с толку, выбиты из колеи, когда находятся в смятении, мне кажется, что самое главное – это прислушиваться к тем мудрым словам, которые сказали наши выдающиеся предшественники. И вспоминается одна единственная фраза незабвенного Кайсына: «Легко любить все человечество, соседа полюбить сумей». Мы должны учиться прежде всего любви и взаимопониманию, и тогда и суровый кусок хлеба будет для нас слаще любой сладости, и вкуснее, и приятнее. А мы еще привыкли к тому, что как будто бы по долгу, а на самом деле, конечно, это по зову души, мы время от времени собираемся у памятника у памятников нашим выдающимся предшественникам и говорим о них высокие слова. Иногда повторяем их как молитву. Но мы не задумываемся над тем, что как раз-таки долг и перед ними, и перед теми, кто будет после нас, заключается в том, что мы сегодня должны осмысливать каждое слово, не просто как заклинание повторять, а осмысливать каждое слово выдающихся наших поэтов. И суть этого слова доносить не только до наших ближних, но и до всех, кто имеет слух, имеет зрение, имеет память. Если мы это сумеем сделать, мы перед ними исполним свой долг. Я хочу предоставить слово председателю общества книголюбов «Хабар на Балкане» Наталье Шинкаревой. Ты камнем стал, я не храбрюсь, и мой придет черед. Лежать, не различать на вкус земную соль и мед. Намочит вешний дождь траву, ударит в небе гром. Нам ни во сне, ни наяву не мокнуть под дождем. Мы матерей забудем, друг, и смех детей в саду, прикосновение женских рук, дававших нам еду. Но что мы сделаем за век, то смерти избежит. Хоть на горе и стает снег, сама гора стоит. Поистине светлая память из года в год приводит нас сюда, к памятнику Кайсына Шуваевича Кулиева и дальше в Чегем. Светлая память о поэте с мировым именем, память о великом сыне своего народа, о добрейшем человеке с огромным сердцем и с красивой улыбкой ведет нас по одной из дорог мировой поэзии. В одном из рассказов Борис Чипчиков вспоминал, как он впервые увидел в трудные для него годы улыбку на лице человека. И эта улыбка была улыбкой Кайсына Кулиева. О талантливом человеке говорят, его поцеловал Бог. В данном случае можно было сказать, что ему улыбнулся Кулиев. И не только ему. Я думаю, что сейчас у многих перед глазами возникло лицо улыбающегося Кайсына Шуваевича Кулиева. Все его творчество, вся его жизнь была проникнута любовью к родине, духом интернационализма, духом дружбы народов. И все его творчество – это готовое методическое пособие для патриотического воспитания, для уроков мужества и гражданской позиции подрастающему поколению. Еще один год без Кайсына Шуваевича. И еще один год для тех, кто открывает для себя несметные богатства его таланта,
его творчество. И это вечный двигатель, который запустил наш незабвенный Кайсын Кулиев. Вечный двигатель культуры, вечный двигатель поэзии. Старик-отец умрет, но в детях жить останется. На свете все пройдет, на свете все останется. Дорогие друзья, я хочу предоставить слово нашему гостю, представителю музея-усадьбы Толстого «Ясная поляна» Геннадию Апарину. Пожалуйста. Мне сегодня задали вопрос, как дышится воздухом Кайсына Кулиева. Вы знаете, вот, видимо, места, связанные с великими людьми, что-то в воздухе Льва Толстого и в воздухе Кайсына Кулиева есть общее. Ну, а еще очень приятно, что в Ясной Поляне и здесь я вижу очень дружелюбные, очень радостные, очень приятные лица. Приезжайте к нам в Ясную Поляну, будем вам очень рады. Спасибо. Дорогие друзья, вот Салимочка Бичиева изъявила желание прочитать стихи Кайсына Кулиева, и я с удовольствием уступаю ей микрофон. Не верю тем, чьи никогда глаза печали не туманятся. Я знаю, плачет и вода пред тем, как льдом она затянется. Река грустит, как мы с тобой, хотя и знает, все изменится. Растает лед, и вновь листвой ольха на берегу оденется. Без грусти лист не упадет, без боли ветка не сломается, без тяжких мук не тает лед, и льдом трава не покрывается. Мне видится, в закате дня стекает на дорогу пыльную слеза крестьянского коня, что тянет тяжесть непосильную. Поэты, знаете ли вы, печаль травы под корень скошенной, боль выгорающей листвы и женщины любимым брошенной, умение жить и не страдать, благое свойство нелюбившего, заботой согнутую мать и брата своего погибшего. Вот ему не дать слово, я не имею права. Кайсын Кулиев. Залиты горы светом луны, возле дороги лежат валуны. Медленно тащится волк круторогий, едет оробщик по лунной дороге. Руки раскинув, глядит в небосвод. Едет оробщик и песню поет. Возле дороги внимают дубы, кузов кряхтит, надрывается кузов. Доверху полон блестящих арбузов. Песни старинной и скрипу арбы возле дороги внимают дубы. Вышла медведица прямо к дороге. Скучно, наверное, стало в берлоге. Воздух втянула, попятилась в глушь. Видно, наелась медведица груш. Слушают песню зайцы, лисицы. Слушают совы, которым не спится. Слушают скалы, как из году в год всю ту же песню оробщик поет. Рад он высокой луне и прохладе. Горы клубятся туманные сзади. Под голос Кайсына Кулиева я приглашаю всех возложить цветы к памятнику. Будьте радостны, живущие, и от ваших лиц забот жизнь идет, земля цветет, существует в мире сущее. Мир и радость вам, живущие, всем, кто воздвигает кров, сеет хлеб, пасет коров, держет сады цветущие. Мир и радость вам, живущие, и вашу честь горит закат, ради вас везде шумят реки и ручьи бегущие. Мир и радость вам, живущие. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Увидимся завтра, в пятницу, 21 июня. Всего вам доброго и до встречи!